Готовим сырнички, но в этот раз с кокосовой стружкой. Из этого творога сырники получаются всегда. Это простоквашино, жирность 5%. Беру 2 пачки. В этот раз я не буду перетирать творог через сито, посмотрим, есть ли разница. Ну а дальше все как обычно. Одно яйцо, 1 столовая ложка сахара, 1 ложка муки, немножко соли, ванилин или ванильный сахар. И кокосовая стружка. Я не знаю, сколько добавить. Добавлю, наверное, 2 ложки. Ну а теперь все перемешиваем. У меня вышла вот такая масса, которая уже легко лепится. И видно, что они растекаться не будут. Формируем сырнички и обязательно обваливаем в муке. Жарим сырники с двух сторон до красивого цвета без крышки на самом маленьком огне. Точнее, мы их даже не жарим, а как будто бы выпекаем на сковородке, понимаете? Огонь настолько маленький, что еле-еле видно, что они жарятся. И масла должно быть немного, совсем чуть-чуть. И вот, что у нас получается. А внутри вы видите идеально прожаренный сырничек. Не пытайтесь их засушить на сковородке, они должны быть мягенькие, как суфле, посмотрите. С кокосовой стружкой сырники – это просто отвал всего. Очень вкусно. Готовьте, не пожалеете. Просто невероятно.